Опа, опа, опа. А! Да почему я первый, блин? Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Гусанёк, форум Ампер, Куёка, Растишка, Пика, Арара. Пацаны, поздоровайтесь! Привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ну что, ребята, скачали мы просто гигантскую карту Security Breach. С игры Security Breach. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас режим прятки и веселья и угар. Пацаны уже очень хорошо запрятались. Скажу сразу, легко мне в этом ролике не будет, потому что пацаны понаходили такие нычки, и карта просто нереально гигантская. Так, подожди, а что двери не открываются? А там только с кнопки. А где кнопка? Она там справа от тебя. Ой, слева, то есть. Да? Так, слева или слева? А я не вижу ее. Но она там есть. На Е, наверное, здесь. С другой стороны! Вы что, с другой стороны? Да вы что, не играли FNAF с другой стороны? Нету здесь тоже кнопки, вы меня обманываете. Он все с других сторон открывается, Дим. На Е нажми. О, я зашел. Вот кнопка, вот Дима кнопка, вот она была. Да? Ну ладно. Я вас все равно поубиваю всех. О, ящики, обжора ящиков. Никого нету? А хотя нычка была хорошая, да, там под ступеньками заныкаться? Ребята, сразу ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Любой может с нами записать и попасть в нашу крутецкую команду. И напишите классный комментарий. Дима, забери подарок, интересно, что там было. Так, вы не застревайте в меня. А, мне не будет. А, он, я думал, откроется. Кстати, карта весит всего 50 мегабайт, но она реально классная. Очень крутая карта. Раньше так, это можно на втором этаже. Раньше она весила 13 гигабайт. Ой, мегабайт. Да не, вроде весь. А может она была просто не такая большая, как сейчас? Да, она... просто не было другой локации. Тогда она весила. Кстати, ее видите, убирали со Стима и опять добавили. Значит, ее доделали и добавили новые локации. Да. Так, сначала мы будем здесь все обыскивать, потому что мне кажется, что кого-то я найду. Прячется-то 7 человек. Я думаю, что это будет нелегко, но о, первые игроки найдутся очень просто. Это же картинки мама из Италии. Это же картинки мама из Италии. Почти все спрятались в детском саду. Да. Потому что он появился. Да, я с такой имбовой нычкой. Ой, имбовая нычка ваша. Так, ребята, вы застрете в жопе у меня, и вы мне мешаете. Мешала в жопе. Может. Так, я думал, что здесь по-любому кто-то сидит. Ого, арбуз взорвал. Че арбуз взорвался? Заминирован. Заминированный арбуз. Это прикольно, кстати. Так, давайте вот здесь. Подождите, подождите. Может, тут кто-то под ступеньками ныкается? Я Дима потерял. Кстати, знаете что? Скажу еще, кого я найду, можно убегать, чтобы было веселей. Так, давайте сразу пойдем здесь поищем. Может, кто-то здесь заныкался по-хитрому? Ага. Я сначала эту стенку подумал, что это там. Я, кстати, знаю, это секрет. Я понял. Надо туда потом спрятаться. Да? Она непрозрачная, она непрозрачная. Так, ну что, я думаю, что пацаны все заныкались. В детской бане. В детской зоне, да? В детской бане. Все, погнали. Там я был, там я был. Нычка самая классная, это когда рядом возле меня прячетесь и на видном месте. Так, здесь, здесь. Тут на деревьях кто-то может ныкаться. Давайте поищем на деревьях. Так, тебе кажется, Дим. Нет, мне никогда не кажется. А вот там это. Не, там пропасть, Дим. Воу, то что вы все здесь что ли заныкались? Да. Вы чё гоните? Это моя тоже любимая локация. О, давай, Дима, спускайся. О, я спускаюсь. О, офигеть. Вот тут кто-то по-любому ныкается. Не, тебе кажется, Дима, не. Тебе кажется. Тебе кажется. Я ж могу так камеру, знаете, наклонять и смотреть. Ага, ага. Через а вон я его вижу. Текстурки. Бегает там, купается в шариках. Купается, да как это я еще никого не нашел? Вы чего? Я уже должен был убить всех. Угу. Так, значит кто-то вот тут ныкается. Так, я не могу это жарки. Я трубу залезть, пожалуйста. Так, а тут? Я, кстати, сердечко щекаюсь, ну ладно. Ой, тебя бы солнце уже наругало. Ну да. Не, оно не пугало, оно бы просто сказало беспорядок.
Не нажимай на этого, Фредди. Сейчас станет темно. Прощай. А я знаю, как свет включить, смотрите. Оп, и свет. Ха-ха, и свет включенный. Сейчас все ясно. О, тут еще. Да сколько тут локаций? Я вообще кого-то найду здесь. Нет. Так, двери закрыты, здесь закрыто. А вон бегает. Во-во-во-во, вот тут по-любому кто-то заныкался, ну по-любасу. Так, да, двери закрыты, закрыты. Да, вижу, да. Вижу челепиздрика. А, я уже убежал. Так, ну тебе это не спасет. Спасет. Так, внимательно, внимательно. Он в шариках? Он не... Нет, он не выбежал. Ему так интересно наблюдать. Ну конечно. Он на тиннере получается. Издеваются надо мной как могут. Конечно, весело наблюдать. Да-да-да. Тут где ничего тебе? Я съесть не могу. А где Дима? А он под лестницей. Он я боюсь. Так, стекла я бить не могу. Бегает. Да вы чё так заныкались? Карта такая вроде и не сильно запутанная, а найти никого не могу. Хорошо. Давай. 40 тысяч лет спустя никого не нашел. Ого, меня стул ударил, жизни отнялись. Я могу сюда в огорки зайти? Можешь. Да, можешь. Не могу, не могу. Не до конца. Ты а, толстый, толстый. Телепортироваться я не могу, ничего не могу. А как мне убить вас? Все. Найти его тут где-то, наверное. Так, а попробуй взять, например, балунбоя маленького. Я и так найду, где? Не переживай. Я Диму потерял, люди. Ой, я кого-то я вижу. Я уже в Куёке. Я знаю, как их найти, ребята, у меня есть небольшая идея. И какая же? А, Дима, кто умрет, тот лут. О, давайте, хорошо, кто первый умрет, тот лут. Что на вип? А не открывается, это следующая локация будет. Да. Где он, а где он? Он на лестнице, он на лестнице. О, я форму вижу, я форму вижу. Да. Как убить Диму, чтобы он остался лохом? Гуф, смотри, вот тут он, ой, я не могу закрыть, он тут следит. Я в шоке, ребята, я никого найти не могу, они обсуждают и ржут. Слышу, слышу, слышу. Ты стреляешь форму. Вы все тут, что ли, заныкались? Я спалил куёку и убежал. Вы что, издеваетесь? Я в такой нычке, Дима может меня убить, но вряд ли он туда заберется. Так, я вижу эту нычку уже. Ну только как ты туда заберешь? А я на В залечу, потому что я не могу. Вы что, могли летать перед прятками? Я вам режим полета включал, значит и я могу. Нет, там можно пройти. Нет, там а можно пройти? Пройти туда? Да, ты можешь пройти. А как? А вот так. Ну, подадут. Так, додуматься, ой. Додуматься. О, я кого это вижу? Слушай, Диман. Диман, сам одна жертва. Я догадался, ребята, я догадался. Текай, текай. Текайте, тут он текает. Куёка, куёка, нет. А я не могу попасть к нему. Ты тут запрыгнулся. Ты как? Ты галимый. А как? Ты пробовал, что ли? А как? Вот, а Дим, вниз спустись его, просто с высоты убей. Дима, ты можешь на расстоянии убивать? Нет, можешь? Не могу, не могу. Дима, Дима там легко застрял. Попасть. Дима, я в этой нычке застрял, что делать, как выбраться? Всё. Ну все, ты проиграл. А, это поёк. Всё. Это я. Так, стану невидимым на время, потому что я за своей спины ничего не вижу. Да. Это означает, что сейчас Куёка проиграет. Слышь, ты вонючий камин. Стойте, стойте, сейчас мы прочекаем, как же... А как он туда попал? А можно было через текст мне? Да, так это... нет. Толкаем, Дима, не толкаем. Так, хорошо. Я буду по-честному играть. Столкнули. Упал? Дима, Йока столкнули. А он на текстурах, он на текстурах, а нет. Меня столкнули, не, ну так, Дима, нечестно. Давайте я хоть покажу. Есть, есть! Дима, нечестно. Как это нечестно? Честно, надо было... А вы меня тоже толкаете, я играю. Меня же как столкнули. Вы, брат? Ну все, тебя столкнули, надо было так делать, чтобы не столкнули. Пита, ты где? Надо в следующий раз, ребята, когда будете летать за предметы, знаете, что перед тем, как их спамнить, не, вы их заспамните и включаете отключить столкновение. И тогда будет классно. Забыл сказать эту фишку, надо было сразу это предупредить, пацанов. Дима, ну что, Куёка, мы с тобой теперь вместе, ты знаешь, где все заныкались, давай, будем их мочить. Нет, да, я уже одного знаю, где Дим. А, ну все, давай. Так, как же мне туда наверх попасть, если вы говорите, что это возможно, а как? О, здорово. Здорово. Только как мне выбраться из этой нычки, я застрял в ней, но... А где ты, тоже в этих горках где-то вы заныкались? Не-не-не, я в шарик.
только ты не знаешь. О-о-о! Как это не знаю? Я сейчас найду тебя, по-любому. Дима, ты меня не найдешь. Ты не знаешь, как туда забраться. Я даже не могу выбраться отсюда. А я знаю, как туда забраться. Забраться. Обратно будет. Форм, потому что ты потом не выберешься отсюда. А что, этот домик можно было, интересно, залезть как-то? Да-да-да, в этот домик можно было залезть, только... И с него вылезти уже нельзя, только с помощью нового. Ты меня спалил, да? Да, я тебя спалил. Тебе пора проигрывать. Последние слова. А где он? Мне не получится. А вот. Кто побежал? Кто побежал? Он за ним. Сбегите! Сбегай с позором. Оттекай! А где вы? Есть! Ну что, ребята, вот и продолжается веселье. Нас уже трое. Да? Да. Да. Отлично. Нет. Так, давайте теперь сюда будем забираться. Значит, кто-то еще и здесь. Дима. Уже да. 4. Ты понимаешь, куда ты не мог попасть, а я знаю, куда туда попасть. Я знаю, как туда попасть. Не, я не знаю, я уже забыл. Я не помню, в основной сюжетке можно было туда как-то попадать или нет? Я помню, когда я проходил оригинальный Security Breach, вот эти горки. И, боже, мне эта миссия снилась там потом. Там текстура. А ты вряд ли меня поймают. Потому что ты меня не сможешь поймать. Так, они вроде через текстуры. Такую вот. Там вот на... Он тэпнулся. Он у тебя. Бегай. О, ампер молочек. Не, а вот в какой ямочке, в ней можно забраться, только вылезти нельзя. Только через ногу. Ты я знаю, ты там в таком островке, да, в этих шариках? Нет, а где ты? А где ты? Ладно, я только как вам надо забраться. Смотри, вот тут есть. Жадного, так, ребятушки, мы же скачали. Еще у нас есть такой мод. Security Breach, вот такой вот у нас есть. Не надо. А как тебя убить? Тебя надо убить вот как-то. Именно. Я тебя убью, потому что раз ты нечестно туда залез, значит тебя нечестно там убью. Ой, извините, ой, пацаны. Ну тогда я еще одного нашел. Ты убил Пика, все. Ну, я больше не буду брать этот тилпак. Я чисто для того, чтобы найти пацанов. Кто вот это? О, вонючий заяц. А кто остался? Арара и... О, давайте на перекличку. Кто остался у нас? Я. Форум и Арара. Форум и Арара. Вдвоем? Да. А я знаю, где они. О, да-да-да, стой, слушай, давай, чтобы по-честному было. Смотри, возьми. Его никак не достать. О, бегут мои кентафорики. Убивать, убивать его? Да, так, да. Отлично. Он... Видишь, какой. Так, а ну покажите, как сюда забраться, по-честному. Какой ночь? Вот это там, где такой этот высокий. Выйди из пропасти, убить не могу. А где он? Ну тебя убить не могу, ты наешь, что ли, сел? Че? Я тебя не могу убить. Ну вот убил, чего ты. Я выиграл. Да, ты самый, кстати, лучший ныкальщик. Кстати, Растишка, помнишь там, где мы прятались? Сиди туда же. Веди всех их. Только после того, как вы выйдете, идите налево. Так, подождите, я думал, тут кто-то есть. Направо. И там типа проход тут такой. Да нашли пора, я вижу. Вон. Я его, нашел. Это я без ноуклипа, я паркурил. Вот так вот. Чё, всех нашли, все? Ребята, сегодня будет необычный ролик, когда мы второй раунд сделаем. Это будет не прятки, а догонялки. Вы готовы? О! Кого мы, ребята, последнего нашли, тот теперь будет за нами гоняться. Так что бери аниматроника The Joy Creation, ага. А мы будем сейчас убегать. Вы готовы? Ну что, ребята, 3, 2, 1, догонялочки начались. Давай. Он перебегай. Теперь, ребята, будем стараться ролики комбинировать, чтобы было интереснее. Опа, опа. Опа-па! А! Да почему я первый, блин? Ну, блин! Ну все, мы теперь вместе. Мы вместе теперь, хорошо. Я на самом деле, ребята, знаете что? Я этот, специально. Да ты сразу поняли, Дим. Да. Я всегда, когда проигрываю, говорю, что специально. Так, ну что, побежали. Теперь нас уже двое. Страшно, страшно. Страшно. Ты думаешь, страшно тебе? Что так, где он? Ах ты черепиздрик маленький, тяжело его поймать. Все, я закрыл. Быстрее. Эй, что? Есть, Арара умер. Блин. Ребята, ну что, у нас уже трое. Где? Ого, вы дверь поломали. Я же думал, что двери можно ломать теперь. А, так невидимости нельзя. А.
На расстоянии убил. Читер! Читер, ну все, баньте меня, я с щитами. Так, давайте, нас уже четверо. Остался ампер. Один? Да. Можешь использовать любое оружие против нас? Вообще-то я еще как бы... А, и хуёка есть. Да ничего. Давайте, кто оставился последний, можно будет пригвождатель использовать, чтобы было веселее. Ого, я тут все разрушаю. И поедальщик компьютеров и цветов. Конечно. Куда же без этого? Так, а ну что, вы их видите? Давайте инфу. Ну как будто прятались и не бегают. А я двери хожу, ломаю. А вы тоже двери, да, поломали все? Да. Я знаю, где они спрятаны. Как ты их ломаешь, в смысле? Просто стреляешь в них и все. Ну, удар как нажимаешь. Стрелять. Ой, нифига себе. Реально можем. Они спрятаны. Поёка. Пацаны, вы где? В игровой? Я нет. А где вы? А я где? Я рядом с чем-то нахожусь. Так, я вижу, один уже пошел туда. Тут куёка. Мочи, опять он там заныкался? Привет, мужики, как ваши дела? Я его знаю. Где он стоит? Слышишь? Не вижу никого, вообще никого. А, хорош. Есть. Вика молодец. Ну что, тот, кто остался последний, бери пригвождатель, и можешь нас пригвождать, чтобы было веселей. Я застрял. Нормально, нормально. На веб вылети. Так, Йока-то жил? А ну последний инфу, где он? Может, в туалетах спрятался. Так, он пригвождателя может, конечно, всех жестко пригвоздить. Дам подсказку, я в самом открытом месте. Возвращаемся, пацаны, он не там. Ну что, это было просто. Ребята, давайте, как давние старые времена, мы сейчас сделаем ПВП, друг против друга. Вы готовы? На аниматрониках? Да, на аниматрониках, да. Нет, только с этого пака, что было интересно. Вы готовы? 3, 2, 1, ПВП началось. Тот, кто проигрывает, просто смотрит. Останется последний лучший игрок. Привет, мужики, может мир? Мужики, может мир? Гуф, не надо. Так, орываешь, тебя убил. Ну, можно брать и невидимку, забыл сказать, что невидимку можно брать. Она функционирует в невидимке. Дима. А, так ты под невидимкой, Дима, где-то. Ну да, я такой. А нам сейчас становиться этим? Обратно? Так. Нет, вы смотрите, потому что должен остаться последний. Я еще живой. Лучший игрок. Ты же по невидимкам. Я не невидимка. У меня нет такой способности на Фокси. А ты тоже на Фоксе? Да. А блин, как же тебя убить? Где-то тут Дима. А вы где? Дима кого-то тут убивает. Так, вижу, побежал. Не работает. Ну давайте, кто из вас выиграет? Я. Ну давай, я верю в тебя, ты сможешь. Так, давайте сюда побежим. Есть! Ай-я. Ну что, остался один форум и я или еще кто-то? Растишка. Я живу. А, растишка. Блин, я в них убил, ладно. Так, выдвигаемся на охоту. Он под невидимкой, Дима под невидимкой. Ну я невидимка, да. Есть! Есть! Реванш! Нет, какой реванш? Я выиграл! Я нафиг ваши реванши знаю! Невидимка, ничего! Сбиваем Димку! Эй, нет! Ну вас нафиг! Я валю! Куда Дима побежал? Дима! А, тварь пригвоздил! А, нет! Я жив еще! Есть, я вырвался! Я вырвался! Ну что, ребята, охота, да, на последнего аниматроника, выжившего? Да не спам. А, опять! Нет, гвозди не слетели. Ой, не сработали. А ну быстро извините. Двери поломаем сейчас тут все. Фонарик включайте, ищем его. Вот он! А! Нет! А, нет! Жизни кончаются! Бейте его! Где он пригвождён? Отвали! Да хватит пригвождать меня! Живой! Гвозди, слетайте, пожалуйста!
Не надо слетать, гвоздики молодцы. Гвоздики молодцы. Гвоздики молодцы, я такого не слышал. Нет. Что ты говоришь? Я забуду их тут встречать, всех, кто будет ко мне подниматься. Не сможешь. А я сейчас вот так вот. Да хорош! Ладно, стой видимо. Нет, все. Я победил. Пусть вы меня и выиграли, но PvP я победил. Хоть что-нибудь. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Как всегда, все взорвали. Эй, сейчас горисмот вылетит.